Весна – время перемен и преобразований. А в старейшем университете Луганской Народной Республики особенно трепетно относятся к этому времени года. Ведь день рождения Далевского университета празднуется именно в марте, в начале весны. В рамках акции «Мы за мир», проходящей во всех структурных подразделениях университета, 15 апреля состоялась высадка цветов и декоративных растений перед административными зданиями учреждения высшего образования. Сотрудники все активные, все подключаются. Вы сами видели сегодня, вот сейчас высадили саженцы роз. Я думаю, что они в ближайшее время зацветут, дадут поросль, облагородят эту территорию. Вот. Ну, ради того, чтобы наступил мир и Господняя благодать, вот наш труд, энергия, наверное, она крайне необходима, поэтому мы и подключаемся к этим процессам. Обустройство цветников и ярких композиций из декоративных растений организовано на постоянной основе. Здесь можно найти и розы, и тюльпаны, и даже яркий кустарник форзицию. Такая работа позволяет сделать территорию Луганского государственного университета имени Владимира Даля более красочной и яркой. Сегодня у нас акция «Мы за мир». Мы всеми структурными подразделениями, которые у нас находятся в третьем корпусе Далевского университета, высаживаем цветы, кустарники, деревья, розы закупили. Посвящен сегодняшний наш день, скажем так, наша акция Всероссийскому дню экологической безопасности. Ну, честно говоря, мы не первый раз высаживаем, и вне зависимости от того, какой сегодня день, да, какая календарная дата, какой праздник, мы стабильно стараемся высаживать здесь кусты, облагораживать территорию нашего третьего корпуса. И принимают участие у нас все структурные подразделения корпуса. Сотрудники Далевского университета с удовольствием откликаются на такие мероприятия, организуют яркие композиции, предлагают к высадке целые клумбы и, что самое важное, ухаживают за растениями в любое время года. Акция «Мы за мир» объединила большое число представителей профессорско-преподавательского состава Далевского университета. Более того, такой формат работы очень понравился участникам, а это значит, что такая работа будет проводиться и в дальнейшем.